И сегодня церемонию закрытия будем вести мы. Прекрасная, роскошная Анастасия Макеева. Здесь аплодисменты, друзья, громче. Ненадежный, вы потом поймете почему. Искандер Урманцев, ваши аплодисменты. Всем сердцем, потому что здесь живут очень добрые, открытые, дружелюбные люди. И совершенно для меня не откровение, что именно в этом чудесном городе свои корни пустил такой замечательный фестиваль, потому что у вас ценятся традиции. Спасибо вам за это. Да, друзья, это действительно так. Это наш фестиваль. Наш серебряный Акбуза, в названии которого имя верного друга башкирского воина небесного Акбузата, что представляет собой верность, надежность и, конечно же, дружбу. И состоится 5-й юбилейный фестиваль. Конечно же, для нашей семьи это огромная честь, огромная гордость, то, что назвали именем отца Амира Мадразакова, то, что эти традиции продолжаются. Для нас, для нашей семьи это, конечно, очень важно. Кинематограф в Башкирии, он должен быть, он очень интересен, интересен режиссерами, актерами. Это новые страницы, наверное, все-таки жизни Башкортостана. Хочется поблагодарить Рази Фаридовича Хабирова, хочется поблагодарить Карину Владимировну Хабирову, хочется поблагодарить всех-всех людей, кто принял участие. За эти деньги пойдут на улучшение, на создание чего-то настоящего, значимого, стойчивого, со смыслом. Ну что с нашим кино? Что с нашим кино? Вот оно! В виде башкирских медов мы будем представлять международный конгресс объемного дня в Канаде на конгрессе. И разрешите вот это данное сюрпризы, вот такой подарок подарить вам. Это мед с того же улья, который будет представлен в Канаде. Настоящий, целебный башкирский мед, признанный во всем мире. Спасибо. А я дурак сегодня поехал к дому меда. Хорошо. Теперь мы знаем, кого на чай приходить. Вот девятка. Мы многого о вас не знаем. Вот что с людьми делать все.